На дорогах Кызылординской области с начала года погибли 59 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В регионе стартовала акция «Безопасная дорога». Полицейские пытаются снизить печальную статистику. Тему продолжит Кристина Алмазказа. Эти кадры очевидцев. Близ поселка Акбай в Аральском районе фура столкнулась с иномаркой. Удар был такой силой, что от автомашины осталась лишь груда металла. Погиб человек. И этот случай не единственный. В последнее время частились случаи именно осуществления междугородних перевозок этими альфардами, потому что они семиместные. И в прошлом году, с 2020 года вот работа в этом направлении проводится, даже доходит до судебных процессов. Поэтому они не хотят признавать вину, потому что штрафные санкции очень высокие, 100 МРП. И чаще всего, да, даже при всей доказательной базе они бывают не признают свою вину. Именно альфарды сейчас вызывают у полицейских особую тревогу. О том, что нарушают закон, владельцы таких автомобилей, конечно, знают. Так, во время рейда на одной из стоянок межрайонных такси при виде приближающегося полицейского патруля водители спешно прятали таблички с указанием направления. Момент попал на камеры уличного видеонаблюдения. Полицейские в регионе фиксируют рост ДТП со смертельным исходом. На дорогах области с начала года погибли около 60 человек. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Печальная статистика стала поводом проведения профилактического мероприятия «Безопасная дорога». Только за неделю проведения УПМ «Безопасная дорога» в области выявлено 2078 нарушений правил дорожного движения. Задержан 21 нетрезвый водитель. Лидирует среди нарушений пользование телефонами во время езды, нарушение правил маневрирования, незаконное переоборудование, непрохождение обязательного техосмотра и другие. Акция «Безопасная дорога» продлится до 18 августа. Кристина Алмазкызы, Альхайдар Турлыханов, Кызылорда, Хабар 24.